Вот это наша кошечка. Записываете? Да, записывает. Вот она, Манюнечка наша. Как человек. Нюся. Нюся спит, как человек. Первым делом она купила детям ботинки, а мужу зимние сапоги. Когда вышла в ванной, не снилось. Тихо, тихо. Ну, резкость, Радочка. Это было совершенно... Ну, зачем так быстро? Ну... Вот, все. Вот, снимай, снимай вот так. Сам. Не трогай, сынок, скажи, чтобы он самолет не трогал. Не трогай пока, да. Сейчас будем пускать. Положи. Да, вот. Отойди. Покажи, мам! Не кричи, а то не усмешно. Она очень хорошая. Не надо ее. Тихо-тихо, это ноги. Ну не трогайте ее, все. Это гениальная девочка. Подожди, это уникально. Смотри, какая. Дэя. Ну кто так из кошек спит, скажите мне, а? В мире вообще я еще не знаю, что так спать. Не спой, не мать тебе говорят. Представьте себе, что все элементы этой сцены на самом деле были запрещены. Голова на подушке у чумихи, понимаешь? Да, не только твой. И ноги же ровно, понимаешь, у нее. Ну может она человек? Это пузико это. Она больше на приматов похожа. Не трогай. Что ты сделал? Я сказал, не трогай пока ничего, никакие самолеты. Да. Я просто буду сидеть. Сейчас он еще подзарядка тут. Все.